Добрый день. Сейчас многие устанавливают заземление, например, для частных домов, для подключения газовых котлов. Это является обязательным требованием наличия акта о заземлении. И все это заземление, оно сейчас стоит достаточно дорого, и поэтому нужно предварительно рассчитать, на какую длину нужно вбивать заземление. Например, для случая, если вы вбиваете одиночное глубинное заземление, расчет можно сделать по представленной здесь формуле. Могу выслать вам этот файл в Excel за 100 рублей, и вы можете подставить туда самостоятельно свои параметры и рассчитать то заземление, которое у вас получается. Что вам нужно знать? Удельное сопротивление грунта. Вы можете взять его из справочной таблицы по ссылке. Дальше вы можете подставить длину вашего заземлителя, например, здесь 4,5 метра, диаметр заземлителя, здесь он 1,5 сантиметра, заглубление заземлителя, обычно оно составляет половину от его высоты, если вы вровень с землей его делаете. И в результате вы рассчитываете сопротивление заземления в омах. В данном случае оно меньше 10 ом, и, соответственно, данная длина вам подходит. Но, естественно, это расчет, особенно его основная неопределенность, это в удельном сопротивлении грунта, которое на самом деле везде индивидуально зависит от температуры, от климата и так далее. Вот, и, естественно, меняется порода грунта в зависимости от глубины. Поэтому здесь это основная неопределенность. Большое спасибо за внимание. Подписывайтесь, ставьте лайк.